Всем привет, с вами Прия. Настали темные времена. Стартануло обновление 7.2.5, которое принесло несколько скрытых изменений. Давайте рассмотрим. Самое главное изменение, о котором в текущий момент пойдет речь, это изменение в получении силы артефакта с рейда. Как мы проходили рейды раньше? Мы собирали и рейды со зрителями, и проходили их весьма успешно. Суть-то в чем? То, что ранее было. Вы идете, поиск рейда, допустим, изумрудный кошмар, испытание доблести, цитадель ночи. И получается так, что с изумрудного кошмара и с испытания доблести существовал некий шанс на получение жетона силы артефакта, конкретно с босса. А в Цитадели Ночи этот шанс был вообще стопроцентный, то что с каждого босса вы лутали жетончик на силу артефакта. Что же сделали сейчас? А сейчас вы все абсолютно увидите. Чтобы не путаться в определениях, будем называть крылья. За каждое крыло Лофуэра теперь дают определенное количество силы артефакта. С какой-то стороны это классно, допустим, для таких рейдов, как «Изумрудный кошмар» или «Испытание доблести», потому что там получение жетонов силы артефакта было весьма нестабильно. Убив трех боссов в «Изумрудном кошмаре», допустим, рассматрив первый квартал, вы могли вообще не получить ни одного жетончика. А теперь, убив первых трех боссов, вы получите гарантированно 18 миллионов силы артефакта при 40-м знании. По-моему, сейчас уже у многих 40-е знание на самом деле. И это действительно классно. Классно то, что 40-е знание, а то, что такие жетончики, ну, знаете, стабильность это классно. В какой-то мере. Самое главное, чтобы все не было стабильно плохо в нашей жизни. Суть такова, что проходя крылья Болфера, вы будете получать такой предмет, как приз торжествующего, за который вы получаете 18 миллионов единиц силы артефакта. Да, но и это не все, понимаете? После того, как мы прошли абсолютно все ЛФРки со зрителями сегодня, я объявил, говорю, давайте пойдем изумрудный кошмар. Сначала мы сходим нормал, потом мы сходим героик. Как получилось? Убив в изумрудном кошмаре абсолютно всех боссов в нормальной сложности, с каждого босса мы получили по 10 миллионов силы артефакта. То есть суммарно за весь изумрудный кошмар мы получили 70 миллионов силы артефакта. Но когда мы пошли в героическую сложность, мы не получили уже абсолютно ничего. И я задался таким вопросом, а если же пойдешь в мифик, получишь что-нибудь? И от тех людей, которые уже испытали это, я получил такой ответ, то что нет. Теперь суть такова, что если вы проходите рейд в абсолютно любой сложности, будь то нормал, героик или мифик, с других сложностей вы уже абсолютно ничего не получите. Вот так. Достаточно пронести рейд, не знаю, в максимальной сложности, допустим, с гильдией, и на нормалы с хемами можно забить. Но, если же вы заинтересованы в дропе легендарок, то тогда стоит проносить все сложности. Да. Сегодня, например, при мне упало очень много новых легендарок. Да, это было действительно классно. Есть даже один интересный клип с Сушибеком, то, что ему упал плащик легендарный. Он был очень рад, потому что как только патч вышел, он утонул колечко новое и немножко сгрустнул по типу того, что вот еще так долго плащ дропать. А проходя кросса, по-моему, это было в Волфере, да, это было в Волфере, он утонул плащ легендарный на Демон Хантера, который вроде бы как будет ему актуален при гробнице Саргераса при получении определенного эквипа, по-моему, сет кусков. Да. Суть такова, то что рейды теперь достаточно проносить только в одной сложности ради получения наибольшего количества силы артефакта. И все это действительно грустно. Раньше можно было пронести нормальную сложность, героическую сложность, мифическую сложность и со всех получить определенное количество силы артефакта. Теперь же достаточно пронести только одну
любую любимую вами сложность, ну и доступную. Может, кто-то только нормал может прочищать, допустим, в своем экрипе. Вот так вот, 7.2.5 вышло, а уже такие скрытые изменения. По-моему, о них нигде даже не было написано, если честно. Держу вас в курсе с 2015 года, можно сказать. Вот. Фармим ключи, продолжаем фармить. Надеюсь на вашу поддержку. Счастья вам, здоровья, всех благ, как говорится. Легендарок новых побольше. Самое главное, чтобы они были полезными для вас. До скорого.